семей отпраздновали выпускные вечера. Самый главный праздник для выпускников по традиции состоялся на Центральной площади. В честь окончания школы была организована грандиозная концертная программа. Организаторы приложили максимум усилий, чтобы сделать этот вечер для выпускников незабываемым. Выпускной вечер на Центральной площади города в этом году отличился массовостью. Первая его торжественная часть состояла из творческих выступлений различных коллективов нашего города. Были задействованы силы Дворца творчества детей и молодежи, городского дворца культуры, различных творческих студий. И, конечно же, все это для нынешних выпускников. В этом году стены школ покидают 1926 ребят. 67 из них защитили аттестат Алтын-Бельге, еще столько же аттестат особого образца. В этот вечер знак Алтын-Бельге и аттестат отличия их обладателям на сцене вручил аким города Ермак Салимов, поздравив ребят с окончанием и пожелав доброго пути. В этом году увеличено количество грантов в вузы и колледжи нашей страны. У меня нет сомнений в том, что вы станете достойными гражданами страны, и ваш путь, который стартует в этот замечательный день, будет счастливым. Выпускники, в свою очередь, вручили акиму на память книгу со своими проектами, в которых они отразили свое видение родного города в будущем. Как обычно, в этот вечер выпускников переполняли смешанные чувства и радости, и в то же время грусти. Я когда пришла уже сюда, у меня такое нарастает волнение, потому что это очень, правда, волнительный день для нас всех, потому что 11 лет пролетели незаметно, и уже нет такого, что вот в следующем году я знаю, что я буду делать, то есть я буду сидеть за своей же партой, буду разговаривать с учителями, сдавать домашние задания. Но нет такого, в следующем году не будет. Это новый шаг, это новая жизнь, новый этап, поэтому сегодня очень волнительно. К своей мечте получить знак Алтын-Бельге я шла целых 11 лет. Родители меня в этом всегда поддерживали, за что я им очень благодарна. Это очень волнительно и это радостно очень. И спасибо за поддержку всем моим близким людям. Школа жизни. Очень волнуемся, вот. Как окончила? Хорошо окончила. Всем желаю, что сдать хорошо ЕНТ и набрать 140 баллов максимально. К слову, ЕНТ стартует уже 20 июня. Продлится он 3 дня. Напомню, что с прошлого года итоговая аттестация отделена от ЕНТ. Знак Алтын-Бельге и аттестат с отличием подтверждаются на выпускных экзаменах в школах. На тестирование не будут иметь значения, если при конкурсе на грант 2 выпускника будут иметь одинаковые баллы. Отметим, что 80% нынешних выпускников планируют поступить в вузы, остальные в колледжи и еще небольшая часть на рабочие специальности по программе продуктивной занятости. У нас уменьшается количество выпускников, которые желают поступать в зарубежные страны. То есть весь год мы работали над этим, проводили профориентационную работу, приезжали колледжи и вузы из всего Казахстана. Особенно усиленно работали наши институты с тем, чтобы выпускники шли, поступали именно в наши казахстанские вузы. Концертная программа в этот вечер была связана и с концепцией 20-летия Астаны. Большой акцент был сделан именно на детские выступления, молодежь будущего. Всего в этот вечер перед выпускниками с творческими номерами выступило порядка 1000 детей. В завершение торжественной части выпускники выпустили в небо белые шары, как символ сокровенных желаний и прощания с детством. Сауле Байгалиева, Мерей Жакманов, телеканал «Семей».